А в Шымкенте придумали, как бороться со снегом. Учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы предлагают подогревать зимой асфальт. Впрочем, свое изобретение школьники все-таки больше позиционируют как способ борьбы с авариями на дорогах. По задумке автора проекта, пешеходные переходы будут сухими даже зимой. Водители смогут вовремя и без труда затормозить в непогоду, а значит, переходить дорогу будет безопасно.